Добрый день, я Андрей Кубовский. Сейчас я прочитаю несколько стихотворений из своей книжки стихов «Пустое волшебство». Доброе утро! Еще не стаяли с газона остатки первого снежка. Ворона тащит увлеченно какой-то мусор из мешка. Идут собака и хозяин на толстом рыжем поводке. Уютный, мирный быт окраин. Я курю на холодке под форточкой и наблюдаю, пока стекло не запотело, сквозь мир твое я вижу тело. За мною ты стоишь, нагая, с кофейной кружкой в руке. Вольный голос. Поэзия учит свободе. Пока мы вольны говорить, еще между нами проходит та самая красная нить, что связывает воедино осколки сердец и миров, меж звуками дома и дыма возводит пролеты мостов. Еще остается надежда на выход, внезапно простой, как смысл, возникающий между словами, что стали строкой. Пока у зимы на исходе мы дышим обветренным ртом, поэзия учит свободе. А творчество только потом. Графоманский романс. Он трудился на ниве российской словесности, неустанно кропая стихи день и ночь, и добился при этом известной известности. Но ничто не могло бедолаге помочь, на его стихи не писали романсов, и влюбленные барышням их не читали в Министерстве культуры, а также финансов. Постоянно его обходили и не привечали. И, быть может, все бросить, замолкнуть хватило бы отваги, но пока его муза стояла за левым плечом и водила его онемевшей рукой по бумаге и шептала в затылок порывисто и горячо, он привык слышать это дыхание. А литература, по сравнению с такой привычкой, мура и фигня. И он думал о музе, ну пусть бесталанная дура, но зато дышит рядом, зато не бросает меня. Рафтинг по Стиксу. Харон на атеистах отдыхает. Ты погляди, компания какая. Приперлись вечно обретать покой, ни у кого обола за щекой. Не верили в богов, своим умом хотели жить. Ворочите веслом. Ты толстый, становись к рулю, а я покуда подремлю. Да ладно, писей морды, не скули. Бумажный рубль? На что тебе рубли? Кто на себя надеялся всю жизнь, к веслу привык. Давай левей держи, правь на стремнину. Да не торопись. Кто нас там ждет? Давай-ка, братцы, вниз. Ну, типа сплав у нас, как летом в отпуск. Поди спокойников не спросят. Я думаю, пока несет река, не стоит утыкаться в берега. Тут нас не ждут, там странствию конец. Давай-ка вниз, мертвец, греби, мертвец, терять нам нечего. Ну разве счет годам? Река всегда впадает в океан, а в океане, близко ли, вдали, нас встретят корабли. Я в детстве думал, буду Крузенштерн, Кусто или Челюскин, например. При жизни все дела не довелось, ну после смерти повезет, авось, уйти за край земли, за окаем. Эй, лодку-то вернешь? Потом вернем. Спасибо.